Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко, и сегодня мы посмотрим на круговой таймлапс таймер 360. Если вам интересно, оставайтесь с нами и смотрите далее. Что такое таймлапс? Если кто не знает, вкратце я расскажу. Таймлапс – это ускоренное видео, созданное из серии фотографий. Таким образом, одна секунда видео – это минимум 25 фотографий. На съемке одного эпизода тратится от нескольких часов до нескольких дней, а иногда такое снимается месяцами и даже годами. Все зависит от проекта. Хотите больше информации? Google вам в помощь. Сегодня у нас на обзоре круговой таймлапс таймер 360. Но если вы знаете, что такое таймлапс, то данный таймер предназначен для съемки таймлапса в движении, а именно плавного кругового движения в 360 градусов. Если быть точнее, он делает полный оборот вокруг своей оси в 360 градусов за определенное время. В данной модели это 60 минут. Да, существуют разные модификации с разным временем работы. Сам таймер выполнен из металла, собран добротно, а значит свободно может работать как с телефонами и экшн-камерами, так и с большими зеркальными фотоаппаратами. Для удобства использования на таймере нанесены деления каждые 15 минут, это эквивалент 90 градусов. Звук работы таймлапс таймера напоминает старый бабушкин будильник. После того, как вы завели его, он начинает прикольно тикать. А по завершении достижения отметки 60 минут звенит как будильник, напоминая вам, что пора остановить съемку. Снимать таймлапсы сейчас может каждый, так как в любой смартфон вы можете установить приложение для съемки, а в некоторых телефонах такая опция идет по дефолту. А таймлапсы в плавном движении еще прикольнее и еще красивее. Так что, кто хотел попробовать или мечтал снимать, можете начинать, сейчас это просто. Ссылку на данный таймлапс таймер 360 я оставлю в описании. Если вас заинтересовала данная тема, я готов сделать видеоинструкцию, только напишите об этом в комментариях. А также поделитесь вашим опытом съемок в данном направлении. Если данный ролик вам понравился или был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте, делитесь данным видео в соцсетях знакомыми, близкими, друзьями, ведь кому-то он может быть полезен. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Crazy mother.